Привет, меня зовут Вера, я арт-директор в депо WPF. Сегодня я взяла с собой упаковочку карата домашнего, которую я делала много лет назад. И сегодня я покажу вам, как бы могла выглядеть эта упаковка, если мы нарисуем иллюстрацию вместе с вами в другом стиле. Значит, нам понадобится девочка, потому что мы ее будем перерисовывать. Я уже быстренько накидала примерный скетч, чем будем рисовать. Вот он у меня так выглядит. Сейчас я крупными шейпами нанесу общие очертания девочки, ее лица, волос, рук. Мы закончили делать основные большие крупные детали, которые формируют силуэт. И сейчас мы приступим к лепке лица. Там глаза, нос, вот все, что маленькое. Пока на время оставим глаза, потому что будем их доделывать вместе с общей светотенью, чтобы они у нас не вываливались, и займемся объемом лица. Мы почти дорисовали глаза, у нас есть нос, у нас есть волосы. Нам осталось нарисовать рот, добавить румянец. Еще интересный момент заключается в том, что мы взяли иллюстрацию из одного стиля и переносим ее в другой. И из-за этого мне сейчас по ходу прям приходится менять анатомию. Вот такая у нас получилась иллюстрация в режиме ускоренного рисования. Мне было самой очень интересно посмотреть, что получится, потому что персонаж, когда ты его рисуешь, он оживает в твоей голове, в твоем воображении, и интересно смотреть, как он может меняться, каким он может выглядеть еще. И мне с тобой было интересно, надеюсь, вам тоже. Если у вас возникли вопросы в процессе нашего сегодняшнего с вами рисования, пожалуйста, оставляйте их внизу в комментариях, и я отвечу на каждый.